Так, еще раз всем привет. У нас тут авария техническая была. Прямо как пришли к муравью в гости, так сразу и камера сдохла. Аккумулятор, точнее. Это воздействие энергетики зоны. Да. Вот что оно значит, когда общаешься со сталкерами, да. Значит, смотрите, коротко, тем, кто не смотрел первую часть нашей, так сказать, ролика, мы делаем такое продолжение. Мы познакомились с очень интересным, на наш взгляд, уникальным автором, Андрей, компания «Муравей». Да. Вот его, так сказать, шедевр, который на прошлом клинке... Второе место. Вот. Андрей нам рассказал Валерий рассказал нам часть, так сказать, подводных своих секретов. Ну вот еще на самом интересном месте остановились. Это все-таки, Валерий, народ захочет, допустим, приобрести ваши изделия, да? Они могут, грубо говоря, связаться с вами? Да, группа ВКонтакте пишут, либо телефон, там, WhatsApp. Сейчас все есть, без проблем. Покажите какие-то модели, которые, на ваш взгляд, были одни из последних, что ли, новинок. Да. Отличная вещь. Экскурсию. Нам, знаете, как японская делегация, все интересно. Это, я понимаю, все ваши авторские, да? Да, как бы? Да. Нож фиксик, нож свободных рук. То есть, могу рассказать историю. Вот вы, предположим, человек очень культурный и, соответственно, хотите написать о своей культуре на стене, например, Эрмитажа. Берете, нож у вас в руке, соответственно, фломастер, и пишете «художественное училище». Ну, это уже поэзия, да? Да. Из камня. Вы решили, что тут неправильная буковка, и вы вот так вот стираете лишние буквы ножом, да? Потом решили написать это на табличке. Но в табличке нужно сделать что? Отверстие. Через отверстие продеваете веревочку, делаете узелок, лишнее отрезаете. Все время у вас нож в руке. Руки свободные, вы можете провода там подрезать, что-то соскоблить, что-то, шовчик какой-то распороть. Во время этого действия к вам могут прийти некультурные люди. Поэтому этих некультурных людей можно сделать вот так вот в глазик немножко, чтобы они, культура повысилась. То есть вот такой вот нож фиксик. Ну, вообще сплошной стресс. Да. Мультитул специальный. Вот это вот новинка этого года. И по большому счету вот на этой выставке продаются практически только они. То есть люди специально приходят за фиксиками. А фиксик, я правильно понимаю, что у него авторская вообще ваша, так сказать? Ножи, мастерской «Муравей» — это авторские, мои изделия. Угу. То есть я не беру чей-то дизайн. Я сам придумываю. И вы сами же их испытываете, и сами же их доводите до ума, да. Угу. То есть я правильно понимаю, что это более-менее новая модель, которая сейчас, да? Да, это модель этого года. А если захотят купить, какая цена будет, чтобы так сориентировать? Вот конкретно вот этот, вот эти вот модельки, это 3200. Угу. То есть я стараюсь держать такие цены. Вот они иногда спрашивают, вы подняли цены? Я говорю, нет. Иногда за счет комбинации разных материалов, то есть, например, удерживать цены в 3-5 тысяч. Чуть-чуть подешевле материал, в целом не сказывается на качестве, но цена остается та же самая. Ну, в общем, понятно, что 3-3200, да, мультитулы. А вот вы мне показали суглепластика еще, да, вот как бы нож достаточно интересный. Да, композитные ножи, из карбона, стеклопластика, на кромке находится сталь. Поэтому ножи, в отличие от просто карбоновых ножей, они режут. Очень легкие, да, я его брал. Да, то есть его можно пользоваться на кухне. Вот, к сожалению, один нож тут был, он на прошлом клинке, на апрельском, по-моему, занял 3-е место в категории полевой кухни. Именно карбоновый нож. Ну вот его буквально, вот, может, часа 4 назад приобрели уже. То есть не только... Ну, если мы говорим... То есть я правильно понимаю, что это конкуренция керамическим ножам на кухне, вообще вот так, если их рассматривать? Не совсем. Керамика — это немножко другое. Другое, да? Ну, а в чем его плюс вообще, чтобы понять, да, вот, допустим... Ну, это очень легкий нож. Легкий нож, да? Да, то есть, например, туристы-легкоходы есть, для которых каждый грамм очень важен. Соответственно, вот такие ножи, компактные, например, вот здесь вес грамм 15 всего.
Даже, наверное, меньше. Это тоже пластик, да? Да, стеклопластик. Стеклопластик. Со стальной кромочкой на лезвие. Вот если насчет кухни, вот такой псевдо-япончик так. В японском стиле, так. Условном. Угу. Маленький универсальчик. А какой металл здесь? Здесь 9HS, то есть это углеродка. Хорошо режет и быстро точится. А шинковка пойдет для шинковки? Да пойдет, в принципе, почему бы и нет. Угу. Ширина позволяет скользить по пальчику, соответственно, где-то вот вещи такие поделать. Соответственно, палец не ударяется в этот самый. Угу. Классика, в принципе, просто мое видение в таком недорогом формате. То есть, например, вот это 1600 стоит. Сколько стоит? 1600. 1600, да? Да. Угу. А какие у вас еще, если в сторону идти там, ну, для охоты, вот такое, есть что-то? Ну, чисто охотнички. И даже виде... ближе к походу, так, даже не охота, а вот, да. Ну, походная, то есть, ну, можно, такое, если... дело в том, что... Ветки там, допустим, если что-то... Если немножко подрубить ветки, да. Вот, покрупнее нож, позволяет mm-hmm. где-то что-то подрубить. О. Та же самая серия сталкер, ну, вот более mm-hmm. тяжелый лагерный нож получается. Какой? Ну, лагерные. А, лагерные. Об устройстве лагеря, там, ага. Можно уже, он реально такой. За счет вот этого утолщения из руки не вылазит. Плюс тут такая относительно грубая. То есть вы можете его без проблем порубить ножом. Это не рельсовая сталь, нет? А? Не рельсовая сталь. Это 9HS. А, 9HS. Да, 9 это инструменталка, классическая ага. инструментальная сталь. Ну, да. А так, под заказ можно разные вещи делать, потому что это ведь дело такое. У меня же не крупный завод, где переделывать всю линию надо. То есть обратились, индивидуально что-то сделали под вашим каким-то эскизом. А вот это что за модель, интересно, вот внизу? Вот это, да. Это типа какой-то вариант финки даже, да? Или ошибаюсь? Нет, это уже не мой нож. А. Это попросил товарища, у него достаточно оригинальная моделька такой. Условно-кухонный вариант ножа, uh-huh. универсальчик, из классической R675, это мехпила. И вот я так посмотрел, думаю, надо вывести его ножи на выставку тоже, соответственно. Вот uh-huh. такой агрегатик. Ну и вот такой вопрос, допустим, захотят подарок сделать другу там, ну, uh-huh. в качестве подарка, вот, оригинальный подарок, удивить друга хотят, допустим. Что посоветуете? Ну, знаете, как бы вот сказать, удивить хочется и сделать какой-то оригинальный подарок такой. Очень оригинальный подарок. Дело в том, что я провожу мастер-классы по изготовлению ножа. Да. И, соответственно, можно подарить человеку просто мастер-класс, на котором он под моим руководством с нуля сделает для себя нож. Mm-hmm. То есть там в 1-2 дня, в принципе, сейчас транспорт везде ходит, то есть приехали, подарили человеку этот мастер-класс, он приехал, сделал нож. У меня ребята вот из Москвы приезжают, из Казани, с Нижнего, без проблем. А сам мастер-класс, база это в Питере, да, у вас? Нет, это город Йошкар-Ола. А, Йошкар-Ола. Да. А, из Москвы, то есть люди приезжают, ну, к вам приезжают? Да, приезжают, да, без проблем. Отлично. Сейчас же что-то, ну, вот, доехал, там, в отеле поселился, там, на сутки, и все. Угу. Пожалуйста. Ну что, здорово. Спасибо, что пожалуйста. Все так подробно рассказали. Вот и на всякий случай я тогда вашу визиточку возьму конечно, с контактами. Мы... А, друзья, значит, можете обращаться к Валерию напрямую. Вот. Все вопросы тогда решите. Контакты я оставлю. 917-7041-541, да? Да. Все, вам удачи, хорошего вам клинка, продолжения. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания.